Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Вот опять мы с вами встретились. Погодка сегодня прекрасная. Жужжат кругом. Сегодня будем рыбачить на удочку, на спиннинг. Так, это предполагается, да? Так, ловить будем пробовать окуня. Ловить будем пробовать нельзя. Ловить будем пробовать плотву. Ага. На хариуса мы пока не надеемся, потому что мы еще не знаем, будет хариус клевать или не будет. Так. Вот. В дальнейшем у нас есть одно спецзадание. Спецзадание? Да, это интрига, интрига. Ага, спецзадание, интрига начинается. Да. Чтобы не остаться без рыбы вовсе. Это супер спецзадание. У нас там есть пара шашечек со времен Второй мировой. Михалыч любит читы использовать. Читер, блин. Читер. Ну ничего. У нас есть лодка, сделаем обзор с Михалычем, если дойдет время. Мотор у него есть крутой. Короче, ладно, я потом скажу. Ну, а может сейчас. Знаете, люди, у Михалыча есть лодка, мотор. У него все есть, а у меня есть Михалыч. Сейчас под 100 граммов. Михалыч сидит. Ёлка-бара! Это, может... Аджики? Нет, пока не мистер, блядь. Давай, на. И сало вот копченое. Так, все, ты давай. А что ты мне, зачем ты насыпал? А они сами тебе насыпались, в прошлый раз ты мне насыпал. Начинается месть, да? Рыбацкая, блядь. А ты что, а ты куда их? А ты без них, да, себе налил? Да. Так. Мы это приветствие такое? Не будет приветствия, просто давай. Попозже, ну вот здесь, блядь. Пойми друг. Ну как, вкусненько? Вот это я сам коптил. Надо пропихнуть первую. Ну-ка, да. Пропихни. А что? А это ничего, это просто... А что не положил, что ничего? Вкусненько стало. Ну. А водочка? Водочка тоже ничего. Прям подташнивает, из-за пива, наверное, сука. Вот там, блядь, вот твой пил, заебись пиво, бутылочки вот. Неужели ты стал тошнуть? Это какая-то хуйня. Ну, говори, Михалыч, что ты хотел сказать? А, это, друг мне подарил кепку бушную, ну, нового не дали, бушную, и нарисовал карту сзади, чтобы я не потерялся. Чтоб бухой домой шел, блин. Это ягодная карта.